Письмо номер 14. Письмо номер 14 написала королева Тоника. Она рассказывает то, что у них недавно закончился бал, и все вышли на прощальный поклон. Угу. В конце бала звучит кадансовый оборот. Сыграй его, пожалуйста. Субдоминанта звучит вот так. Да, дальше. Потом доминантовая. Доминантовое созвучие и... Тоническое. Ты сыграй. И тоническое трезвучие. Расскажи, пожалуйста, про главные и устойчивые ступени. Главные ступени – это королева тоника, принцесса субдоминанта и король доминанта. Угу. Устойчивые ступени – это королева тоника, фрейлина и король доминанта. Угу, хорошо.